Друзья, добрый день. Сегодня я стала инициатором этой программы прежде всего для того, чтобы напомнить каждому верующему человеку, который нас смотрит, что главное качество любого человека – это доброта, прежде всего доброта. И очень важно сохранять в себе внутренний свет и не допускать таких вещей, как осуждение, как злоба, как зависть, агрессия и ненависть. И сегодня у меня в гостях пастор Владимир Мунтян, здравствуйте, и Арчил Геворков, здравствуйте, президент Международного реабилитационного центра для алко- и наркозависимых. Поэтому мы сегодня хотим поговорить о таких случаях. Появились ряд видео, в которых нелестно отзываются о Духовном центре Возрождения, и, собственно, поэтому я и делаю эту передачу для того, чтобы услышать мнение Владимира Мунтяна об этом. Давайте посмотрим это видео. Мое отношение ко всей этой братии, Second Евангелие, это другое кино. Second hand, если хотите. Это богословский, этический, эстетический second. Он подделка под Евангелие, и это реально портит народ. Свой зритель и в немалом количестве этим помоем, увы, во все века обеспечен. Что я могу сказать, да, к примеру, о подобных вещах? Передач выходит много, но на сегодняшний день... Так как мы уже заговорили за передачу, которую выпустил конкретно Геннадий Махненко, то я бы сказал так, что, на мой взгляд, эта передача, она носит совсем не божественный характер. Потому что, во-первых, вот как вы сказали, да, что человек, он должен быть добрым, он должен быть светлым, он должен быть человеком, который... несет в себе позитив, давай скажем так, да. И когда вдруг я услышал, и я услышал такие слова, что служение, которым я занимаюсь, что это помои. То есть, дорогие телезрители, мне хочется сказать каждому человеку, который смотрит меня, когда служение, которым я занимаюсь, называют помоями и секонд-хендом, я просто, вы знаете, меня это сильно, ну как вам сказать, меня это сильно не то что трогает, а я переживаю. Почему? Потому что, когда говорят плохо обо мне, я вообще не переживаю, потому что это нормально. Как говорил Иисус, если вы скажете слово на Сына Человеческого, то... проститься вам, но если скажете хулу на Духа Святого, то не проститься ни в всем веке, ни в будущем. И служение, которым я занимаюсь, это служение Святого Духа. И сегодня есть десятки тысяч, уже даже сотни тысяч людей, которые пережили исцеление, которые пережили невероятные чудеса в своей жизни. Сегодня многие люди, они живы. И когда вот, к примеру, да, мы видим, как дети исцеляются. Исцеляются детки, которые были обречены. Когда, к примеру, матеря исцеляются от рака, и они должны были умереть, но они остались живы, и дети остались с мамами, они не сироты. Как можно служение подобного рода назвать помоями? Как можно служение Святого Духа назвать помоями? Это оскорбление не меня, потому что я, друзья, я готов терпеть, я доказал это своей жизнью, я готов всегда выслушивать любую критику, оскорбление, все что угодно. Для меня это не проблема. Я знаю, кто я. Это для меня самое главное. И я знаю, что Бог знает, кто я. И это не проблема. Но когда говорят о служении, то есть о Духе Святом, о служении Духа Святого, это очень и очень, знаете, это очень плохо. Это просто мне хочется сказать прямо, вот даже обратиться к Геннадию Махненко и сказать: послушай, дорогой Геннадий, то, что ты говоришь, это страшные слова. Это страшные слова. Это слова, которые просто на самом деле ранят. Они ранят Святого Духа. Они ранят. Сегодня десятки тысяч людей, которые получили исцеление, у которых разрушились проклятия, которые сегодня пережили просто славу Божью на своей жизни.
И такие слова – это оскорбление. Ты оскорбляешь не меня, ты оскорбляешь сегодня Духа Святого. Ты оскорбляешь сегодня десятки и сотни тысяч людей, которые сегодня, они пережили эту милость Божью. И ты оскорбляешь их, говоря, что это служение – это помои. Помои. Как это можно сказать? Разве может Геннадий, разве может верующий человек сказать подобное слово на служение? Разве может верующий человек, который исполнен Духа Святого, сказать такие вещи на работу Божью? Мне кажется, ты что-то не понимаешь. Мне кажется, ты что-то делаешь страшное. Ты говоришь страшные вещи. Ты оскорбляешь десятки тысяч людей. И я за тебя конкретно переживаю. У меня нет к тебе каких-то плохих чувств. Нет, ни в коем случае. Наоборот, я наполнен любовью к тебе. И я хочу тебе сказать, что ты человек, который просто на сегодняшний день делаешь вещи, которые потом ты не сможешь исправить. Нужно остановиться и задуматься, разве может служение быть помоями? Разве может служение Богу быть секонд-хендом, как ты выражаешься? Что это такое? Я обращаюсь к тебе, просто хочу сказать, я обращаюсь ко всем телезрителям. Дорогие друзья, если вы услышали подобные вещи, я знаю, что у многих просто ранено сердце после этого. Я просто скажу вам такое. Дух Святой исцелит вас, и все будет хорошо. Помните, что бывает такое, когда мы слышим подобные вещи, и мы должны просто уметь простить, мы должны просто уметь покрыть любовью, мы должны просто уметь забыть, и все равно, что бы человек ни сказал, простите его и идите дальше вперед с любовью, не с ненавистью, но с любовью. Владимир, у меня есть еще один такой вопрос. Тоже я посмотрела и в этом видео, о котором мы с вами сейчас говорим, и ранее. Геннадий несколько раз предлагает вам, условно говоря, предлагает вам исцелить ребенка какого-то конкретного, предлагает, чтобы как-то вы поучаствовали в его судьбе. Что вы думаете по этому поводу? Как вы можете прокомментировать? То есть он предлагает там как-то напрячься, что-то там заправить вам машину, обеспечить ваш приезд, лишь бы вы приехали и поучаствовали в судьбе вот этого человека. Ну, во-первых, мы можем, да, посмотреть отрывок из этого видео. Что до апостола Мунтиана, великого целителя, я просто повторю свое предложение многолетней давности. У меня напротив, в одном из наших семейных детских домов, живет подобранный мной когда-то мальчишка, инвалид. Если Мунтиан прилетит на вертолете, напрягусь и оплачу топливо. Если Мунтиан приедет и исцелит этого парня, все за мой счет. Бензин, питание, отель, прости, Владимир, нет пятизвездочного, но у моря хороший номер сниму. Впрочем, это предложение я высказал еще лет 10 назад. Вот мы посмотрели, да. Я сам не могу понять, что происходит. Почему Геннадий, он все время этого ребенка постоянно, как бы, образно говоря, извините, вешает на меня. Почему? Вот поймите, мы занимаемся детьми. И сегодня Геннадий говорит, что он тоже занимается детьми. И у него есть, как я там не помню, 20-30 детей там. Но смысл не в этом. Сегодня у нас, к примеру, под нашим обеспечением 1000 детей. Но когда, к примеру, он взял этого ребенка, значит, ответственность за этого ребенка лежит на Геннадии. И я не пойму, почему, к примеру, когда ответственность лежит на Геннадии, он пытается повесить эту ответственность на меня. Если, к примеру, он служитель Божий, я думаю, все телезрители понимают, о чем я говорю, и если этот ребенок оказался рядом с ним, он его взял, значит, ответственность лежит на Геннадии.
И, значит, если говорить об исцелении, да, конкретно, то Геннадию нужно молиться за этого ребенка, и Бог исцелит его. Но мне хочется задать вопрос тому же Геннадию. Прямой вопрос. Геннадий, я хочу тебя спросить. Ты хотя бы 2 недели пробыл в посте за исцеление этого ребенка? Ты хотя бы по 8-10 часов в день, 2 недели промолился за исцеление этого ребенка, прежде чем пытаться повесить его на меня? И я не пойму, к чему это и зачем это, но у меня вопрос, ты сделал это или нет? Для того, чтобы сегодня исцелялись люди, мне нужно было заплатить огромную цену. И прежде чем выйти на сцену и молиться за кого-то, и чтобы кто-то исцелился, я молюсь перед этим. Я молюсь перед этим, очень серьезно молюсь. И я молюсь часами. И что происходит? Если ты, Геннадий, не промолился даже 2 недель, хотя бы по 8-10 часов в день за этого ребенка, если ты хотя бы пару недель не побыл в посте, я считаю, ты не имеешь даже какого-то морального права говорить об этом ребенке, об его исцелении, и тем более пытаться повесить его как на кого-то другого, эту ответственность. Эта ответственность лежит на тебе. Если говорить откровенно, то, что я думаю, телезрители сейчас пусть послушают мои мысли. Если этот ребенок оказался рядом с тобой, и если ты хочешь его исцеления в самом деле, если он тебе в самом деле не безразличен, я знаю, что бы ты сделал. Ты бы переступил через свою гордыню. Ты бы переступил через все препятствия, которые есть внутри тебя. Ты бы взял этого ребенка и привез бы прямо на крусейд. На крусейд, который я провожу. И там, на крусейде, ты бы верил Богу, что Бог исцелит его. И Бог бы его исцелил по твоей вере. И потом бы все люди вокруг сказали, что Бог исцелил этого мальчика по вере Геннадия Махненко. И Геннадий Махненко – это смиренный человек, который не просто смиренный, а кроткий, смиренный и имеющий веру. Но на сегодняшний день то, что я вижу, ты используешь этого ребенка, чтобы просто устраивать какую-то браваду, чтобы устраивать какие-то вещи. Да? Если в самом деле этот ребенок тебе не нужен, я прямо тебе говорю, ты можешь просто передать его нам, мы возьмем его на наше попечение. Мы возьмем его, и мы поможем ему, и сделаем все возможное, и будем и молиться, и будем и обеспечивать, и будем делать все, что нужно. И я говорю это прямо, потому что в самом деле сегодня есть сотни, тысячи детей, которым мы помогаем. И для нас большая честь помогать, для нас большая честь заботиться о детях, особенно о детях-инвалидах. Это наше, ну, как можно сказать, одно из самых главных призваний. Поэтому мне хочется сказать тебе, если у тебя сегодня есть вера, и вера в Библию, то иди молиться, иди в тайную комнату, а потом подойди к этому ребенку, возложи руки и помолись за его исцеление. Как это написано в Библии, верующих будут сопровождать сии знамения, потому что никогда не было такого, чтобы я кого-то исцелил. Бог исцеляет людей. Бог исцеляет людей. И мы можем быть только сосудами, если в наших сердцах есть эта вера и настоящая, неподдельная, нефальшивая любовь. Вот такой ответ. Владимир, Геннадий регулярно нагнетает обстановку касательно вашего достатка, ваших финансов и то, как вы живете, ваш образ жизни, так скажем. Поэтому этот вопрос неоднократно поднимался, но я спрошу еще раз. Какие у вас источники доходов? И является ли церковь и вашим источником доходов? Хорошо, я отвечу на этот вопрос сейчас вам. И прежде всего я хочу сказать, вот вы сказали,
вашего образа жизни. Интересного. А вы знаете, какой у меня образ жизни? У меня образ жизни, бывает, я сплю по 3-4 часа в сутки. И мне нужно решить 1000 вопросов. И при этом я все равно сам лично посещаю те же детские отделения онкоцентров, те же взрослые отделения, те же дома с ДЦП. И все делаю, несмотря на всю загруженность и всю занятость. Люди, которые рядом со мной, мои, можно сказать, помощники, водители, да, они не выдерживают. Они меняются, потому что и для них это тяжело. Но образ жизни у меня далеко не тот, о котором сегодня рассказывают. Мне приходится много работать. Если говорить о финансах, то, к примеру, да, мы говорим, да, сегодня, вот заговорили конкретно за ребенка, да, который у Геннадия Махненко. Геннадий Махненко говорит такие слова, да, говорит: «Я напрягусь и заправлю лимузин». Что значит слово «напрягусь»? Что это за «напрягусь»? Как это, можно сказать, Геннадий напряжется? Как это будет? И я примерно понимаю, как это. Это взять фотографию ребенка, поехать в Америку и просто из церкви к церкви на проекторе показывать эту фотографию и собирать пожертвования. Вот это называется «напрягусь». Я не занимаюсь подобными вещами. У меня, если вы задали вопрос, к примеру, за что я живу, я всегда занимался бизнесом и сейчас занимаюсь бизнесом. И всегда я находил деньги для церкви. И церковь никогда для меня не была источником дохода. Потому что с самого начала мы видели, что для того, чтобы Евангелие проповедовалось, для того, чтобы помочь нуждающимся, нужны финансы. Естественно, в церкви какие могут быть финансы? Любой здравый человек, он понимает, что в церкви не может быть финансов. И на сегодняшний день у нас есть молитвенный дом в Перещепино. У нас есть большой, огромный храм на 3500 мест в Днепропетровске, в Днепре. У нас есть турбаза, которая очень серьезная турбаза, хорошая, лучшая, можно сказать, которая вообще есть в этой округе. У нас есть храм в Киеве на 3500 мест. И, естественно, церковь никогда бы не могла сама собрать это, какие-то финансы. Ту же турбазу, кто находил деньги? Я находил деньги. Ни один человек, он мне не пожертвовал ни копейки. Это куплена турбаза была конкретно за финансы, которые нашла наша семья. Которые мы, можно сказать, принесли и никого не просили. То есть взяли и сделали это. И если бы церковь была для меня источником дохода, то, наверное, я бы никогда таких вещей не делал. Сегодня любой здравый человек может посмотреть просто на нашу аппаратуру, посмотреть на наши экраны, на наши LED, на все, что происходит, и он поймет, что невозможно, и даже любой пастор, который сейчас слушает меня, он понимает, что невозможно, к примеру, за пожертвование купить экран. Это нужно, наверное, 10 лет собирать, к примеру, деньги этой церкви, чтобы купить хотя бы пол экрана. Понимаете, да? Потому что это стоит сотни тысяч долларов, только один экран. А у нас у них их очень много. И для меня церковь – это мое сердце, это моя жизнь. Это то, чему я посвятил всего себя, и моя семья посвятила. Мы с Викторией, мы живем для людей, мы живем для церкви. И мы делаем всегда все, чтобы найти финансы. И мы зарабатываем. У меня, к примеру, здесь в Киеве, у меня офис работает, у меня 50 человек работает конкретно. И работают при том очень посвященно. Работают, я бы выразился, день и ночь. Бывают люди остаются и прямо в ночь работают, чтобы заработать деньги. Потому что сегодня, чтобы мы могли помогать, нам нужны финансы. У меня есть команда бизнесменов. И эти бизнесмены – это люди посвященные, которые сегодня стараются. Есть партнеры, которые видят мое посвящение, видят мои старания, да, и они участвуют во всем этом. И, конечно же, естественно, все мы стараемся для церкви, мы стараемся для Евангелия, мы стараемся для того, чтобы помочь людям. И когда кто-то говорит, что для меня церковь – источник дохода,
мне хочется просто задать вопрос, а где логика? Зачем так думать? Это же неправильно. И для меня, наоборот, церковь – это большое счастье, это невеста Христа. Это невеста Христа, которая должна быть самой красивой, самой лучшей. Она должна быть прекрасной. И я делаю для этого все. И когда речь заходит за финансы, к примеру, да, Геннадий Махненко, он поднимает все время эту тему, да, финансы, финансы, как будто бы его это, ну, беспокоит сильно. Потому что с его слов как раз-таки у него и у его деятельности есть трудности с финансами. То есть он у него нет такого обеспечения. Да. Он об этом говорит, да, постоянно говорит о том, что у него трудности с деньгами и все остальное. Но опять же, я позволю себе опять обратиться конкретно прямо к Геннадию. Я просто скажу такую вещь, Геннадий, что, во-первых, вместо того, чтобы садиться у камеры и говорить какие-то плохие вещи, нужно делать по-другому, нужно сотрудничать. И если у кого-то недостает финансов, я всегда предлагаю помощь, я всегда предлагаю руку свою для того, чтобы сотрудничать, для того, чтобы больше сделать. И если бы у тебя была другая позиция, позиция наоборот, позиция как верующего человека, давай скажем, позиция человека, который не говорит какие-то злые, плохие вещи, а который думает о деле Божьем, то намного больше можно было бы сделать. А насчет финансов, так я всегда открыт. Я всегда открыт для того, чтобы поделиться. Буквально вчера я написал, и я даже обратился к тебе в комментах, и написал, что я рад буду помочь, я рад буду поучаствовать. Я рад буду поделиться финансами для того, чтобы дело Божье двигалось. И если ты занимаешься детьми, это очень классно, это очень здорово. И это говорит о том, что на самом деле мы делаем какое-то важное дело. А я со своей стороны открыт. Но мне хочется сказать такую вещь, что почему, к примеру, трудности с финансами? Почему они могут быть? Во-первых, есть принципы, в которые я верю. Я в самом деле в них верю. В самом деле это стержень моей жизни. Все проекты, которые дает Бог, Он сам их и спонсирует. Поддерживает. Поддерживает. Он, можно сказать, обеспечивает то, что ему принадлежит. И защищает это. Почему может не быть денег? Потому что где-то могло быть неправильное отношения. Где-то могло быть вот что-то, к примеру, что нарушило вот эту гармонию. Владимир, а вот как дела с финансами налажены в Духовном центре Возрождения? То есть какое вы к ним имеете отношение? Кто вообще рулит ими, так скажем? Вы знаете, когда-то я открыл церковь, это было очень давно, 20 лет назад уже, и получается, с того момента, вот как открыта была церковь, у меня был самый главный принцип, что ни я, ни моя жена, мы не можем заниматься финансами. Что должен быть обязательно кассир. И должна быть комиссия какая-то, да, вот. Потому что есть такое понятие подотчетности. И до сегодняшнего дня, сегодня, вот, к примеру, да, финансами занимаются конкретные отделы, конкретные комиссии. У нас все очень серьезно, проводятся постоянно аудиты. Постоянно проводятся проверки. То есть все делается, знаете, как на высшем уровне. Я, к примеру, как служитель, я не, как вам сказать, не прикасаюсь даже к этому. Я даже не знаю, и Бог свидетель, вот конкретно я говорю это перед всеми, да, Дух Святой свидетель, что я даже не знаю, какие пожертвования собираются. Я не интересуюсь даже этим. Потому что это не моя компетенция. Есть департаменты, которые за это отвечают. И эти департаменты, они сами, к примеру, да, если там какие-то у них усложнения, там, ну, или трудности с деньгами, они молятся, они верят, они просят Бога, да, там, они делают то, что они делают. Да. Но моя задача, мое призвание, это чтобы, когда я вышел на сцену и начал молиться, чтобы люди, которые приехали, и, возможно, они вот буквально, ну, через неделю должны умереть, да, потому что бывает уже четвертая стадия онкологии, да, там, чтобы они исцелились.
А к деньгам, о чем вы говорите? Если бы я думал еще за подобные вещи или пересекался с этим, это было бы вообще странно. Я никогда не касался церковных денег и не касаюсь. Даже, вот, чтобы вы понимали, когда меня благословляют деньгами, и в церкви, да, вот принято такое, да, вот благословлять друг друга, да. И люди часто подходят ко мне и, к примеру, говорят: мы хотим вот просто благословить тебя финансово. И, а ты, ну, просто вот там помолись за нас там и так далее. Вот просто как бы мы так счастливы, что мы в церкви, вот это как хотим поблагодарить. И много людей хотят поблагодарить, в самом деле, потому что у кого-то изменилась жизнь, кто-то исцелился, они просто выражают так свою благодарность. Но я, когда эти деньги вот люди дают, я никогда их не беру даже. Я сразу их отдаю моментально. И есть кассир конкретно, это, ну, как бы даже не кассир, это человек, который вообще ответственное лицо, да, которое управляет, да, всем, я отдаю. И у меня даже такого нету, чтобы, ну, к примеру, я взял конверт, открыл и считал деньги. И я просто считаю, что это, ну это как ненормальное явление для меня. Я этого никогда не делаю. И никогда такого не было. То есть я, может, когда-то, может, в начале моего служения, да, когда там меня благословляли, там, 10 гривен, я открывал и был счастлив. Ну, как бы, я извиняюсь, как бы, все это было, может, 20 лет назад. Но сейчас я не то, что не пересекаюсь, даже мои личные, к примеру, образно говоря, деньги, которые дают лично мне, я их передаю конкретно человеку, который ответственен за финансы. И этот человек, да, он может подтвердить это, что я даже не знаю, сколько там денег, и не интересуюсь этим. А чем я, бывает, вот интересуюсь, это меня вот волнует, да, в финансах. Насколько мы можем сделать больше проектов? Насколько мы можем больше, к примеру, больниц сегодня помочь им? Насколько мы можем больше сделать работы для Бога, да? И когда это связано с финансами, я начинаю просто молиться Богу о том, чтобы Его благодать излилась. Вот и все. Это вот вся моя связь с финансами. Но в руки ко мне деньги никогда не попадают. Я держу себя всегда на расстоянии от этого. И, честно говоря, у меня даже и как бы... Знаете, вот у людей бывают какие-то искушения есть в жизни, да, там, связанные с деньгами. У меня их нет. Потому что я всегда жертвую. Я сам являюсь партнером. Я жертвую ежемесячно. И также моя Виктория, моя жена, она отдельно, ну, как бы мы жертвуем не как вот от семьи, да, а я жертвую от себя, она жертвует от себя, потому что у нее должна быть своя личная вера, а у меня своя личная вера. И от семьи бывает, мы делаем какие-то определенные жертвы, а как бы вот, ну, когда это от семьи, то это совсем другое. Вот, а так, вот это такой ответ у меня. Пастор Артил, мы вас пригласили сегодня сюда по той причине, что вы, насколько я знаю, лично знаете, в отличие от Владимира, лично знаете Геннадия Махненко. А как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию, которая сложилась вокруг его имени? Ну, прежде всего, я хочу вот, ну, поделиться своим внутренним состоянием, да, вот когда я вижу эти передачи, да, вот как и вот этот гонор, вот этот наезд, да, вот это возмущение, вот эта агрессия, которая, ну, изливается, да. Я просто удивлен и не могу понять, почему. Вот что становится причиной? Я знаю Геннадия как нормального человека. Вот, он старается помогать детям, да, и я бы не сказал, что он плохой человек, но я вижу, что есть какие-то мысли, есть мотивы сердца, и они, ну, я так думаю, что они тянут эту агрессию, вот, и сегодня, зная Геннадия и зная апостола, да, я просто, ну, как соизмеряю, 6 лет назад я был, ну, как, я искал
церковь, где бы я мог чувствовать себя хорошо, да. И 6 лет назад я познакомился с Духовным центром Возрождения, и я был восхищен тем, что сам апостол, Духовный центр Возрождения, нет такого учения, чтобы отвечать злом за зло, чтобы, ну, делать какое-то беззаконие, чтобы клеветать, да, тут, а наоборот, придя в Духовный центр Возрождения, я пережил Божью любовь, я обрел мир, да, я получил много массу ответов, я, ну, самое главное для меня и важное, я, ну, почувствовал и нахожусь по сегодняшний день в правильном учении, да, и вот апостол он сказал, что причиной может быть безденежье, что-то неправильно. И сейчас я вспоминаю просто тот момент, когда мы сидели, и Геннадий, как старший пастырь, мы размышляли о финансах, и там некоторые братья подняли вопрос о десятине. И когда мы размышляли, то Геннадий, он осознал на тот момент, что он что-то делал неправильно. И я тогда был удивлен. Почему? Потому что он говорит: «Братья, я хочу сейчас покаяться в том, что деньги, которые мне дает государство за детей, с них я не отдавал до сегодняшнего дня десятую часть». И на тот момент он осознал и понял, что он делал неправильно. И покаявшись, ну, я надеюсь, что с того времени он, наверное, уже начал давать. И я тогда был удивлен. Почему? Потому что, ну, пастырь, служитель, не давая десятину, когда Писание говорит, что от всех прибытков мы, ну, как должны отдавать Богу Божие. Вот. То для меня был, конечно, тогда вопрос, да, и по сегодняшний день я просто соизмеряю, еще раз хочу сказать, что я соизмеряю с тем учением, с тем, что есть в Духовном центре Возрождения, что, зная отношение апостола к финансам, к десятине, к верности, к партнерству, зная, как апостол, он учит пастырей, да, быть чистыми в деньгах, он очень часто об этом говорит, что важно быть чистыми в деньгах, важно быть чистым в десятине, в партнерстве. Почему? Потому что мы сегодня уже научены. Я, слава Богу, я просто благодарю Бога, что я в Духовном центре Возрождения, я научен, что это на самом деле и является основанием Богу действовать в финансах. Это и становится. И сегодня, если... вот Геннадий, он имеет недостаток в финансах или недостаток в каких-то вещах, то я думаю, что, ну и Писание говорит, нужно вникать в себя, не винить кого-то, не обвинять апостола, да, не обвинять других служителей, не говорить какие-то, плохие вещи, да, на других служителей или на другие церкви, а разбираться в самом себе, то есть заниматься собой, заниматься своим служением. Я сегодня просто не могу понять, почему некоторые служители, они, оставляя свое, они переключаются на другие движения или на другие церкви и пытаются вылить грязь, пытаются дать какой-то анализ, правильно или неправильно. Бог осудит, Бог соизмерит, Бог он оценит. И мы сегодня видим, что также Библия говорит, что по плодам мы видим плоды. Мы видим плоды, которые есть в Духовном центре Возрождения, и мы видим плоды, которые есть в служении Геннадия Махненко. И сегодня, конечно, не хочется всего говорить, о всех тех проблемах, которые есть у Геннадия. И я понимаю, что проблемы становятся причиной агрессии. И это неправильный путь. Я знаю, что Бог, Он всегда обращает внимание на смиренного человека. И если есть проблемы, нужно смириться перед Богом, воззвать к Нему, и Бог обязательно ответит. То, что ты говоришь сейчас, вот, Арчил, это в самом деле так и есть. Потому что, вот, к примеру, да, Геннадий, он очень плохо говорит о людях, да, и он не только обо мне плохо говорит, он говорит плохо о таких серьезных людях, я слышал это, как пастор Бенихин, да, и когда я это услышал, Боже мой, мне было, больно реально, потому что
к примеру, пастор Банихин, это человек, который, ну, Бог его использует, да, использует уже более 40 лет, и столько людей исцелилось, столько людей я видел, как вот на моих глазах, да, там, когда я был в Канаде, да, как была женщина, я случайно оказался, я пошел туда, где все на колясках, в общем, и пошел прямо туда посмотреть, что будет происходить во время молитвы. И я стоял, и в этот момент, получается, как случайно, может, да, оказался за 3 метра до женщины. И там была женщина, которая не могла ходить. У нее были такие приспособления, ходунки, там всякое такое. Но она даже вот не подняться не могла, ничего. И с ней было две женщины, они были, видно, родственницы. И когда была молитва, он, получается, молится, а эти женщины пытаются ее поднять. И они так плачут, вообще, им так, ну, они так, ну, плачут сильно. И вдруг, в один момент, эта женщина вот так вот всех откидывает. И как побежит со всей силы по залу. И просто она вот так вот и убежала. И через минут 10 ее уже приводит группа порядка, забирают вот эти там ходунки, приспособления все, и пошли на сцену. И на сцене, когда она вышла, пастор Банихин даже внимания на нее не обратил. Она ж, ну, она как бы бежит типа к нему, а он просто рукой махнул, она упала, и все. И как бы даже никто не знал, что с ней произошло на самом деле. А я это видел. И когда я слышал, как Геннадий, он говорит плохо, да. И, к примеру, я вот в этой передаче слышал, как он говорил плохо там о разных служителях, которые поразводились, да, там. Он там говорил и за одного, и за другого, и за третьего, там, за всех, да. А я всегда задаю вопрос. Ну, разве Божий человек... Разве Божий человек, друзья, дорогие телезрители, разве Божий человек, видя, что служитель, к примеру, или развелся, или упал, или еще что-то сделал, разве он сядет перед камерой, чтобы его поливать грязью? Нет, Божий человек, он пойдет и будет молиться, он будет плакать, он будет просто переживать то, что переживает Дух Святой. Дух Святой делится, бывает, своей болью с нами. И я слышал историю, когда один человек, он ночью прямо проснулся, и у него было мощнейшее побуждение молиться. И он встал на колени, и он кричал всю ночь одно слово, и на иных языках. Одно слово, он не знал, что это за слово. И говорит, утром, говорит, он узнал, что это название деревни, которую в эту ночь напали и вырезали всех людей. И он пошел к Богу, и он начал спрашивать у Бога. Говорит, Бог, ну почему я кричал всю ночь это слово, а ведь людей-то все равно вырезали, моя молитва как будто не помогла. И Бог ему сказал, говорит, я просто поделился с тобой своей болью. И вот знаете, когда мы видим кого-то, кто там упал, с ним что-то случилось, не дай Бог развелся. Да? Что за реакция у верующего человека? Конечно же, эта реакция должна быть молитва. Молитва. И еще раз молитва. И когда мы молимся, то что происходит? Милость Божья может прийти. И Бог может восстановить семью. Вы знаете, что когда мы с Викторией поженились, нам было по 17 лет. И нам было по 17. 18 лет так получилось, мы расстались. И 5 лет мы были в разводе. Но когда я молился, когда молились служителя, через 5 лет Бог восстановил нас. Мы снова встретились. И мы сыграли снова свадьбу. И мы живем вот 28 лет, мы отметили вот в декабре. И я люблю ее больше своей жизни в 1000 раз. Она любит меня. Мы счастливая семья. Но если бы не молитва, если бы был просто суд, если бы была просто грязь, если бы было просто осуждение, тем более часто мы смотрим на этих служителей, которые упали, которые развелись, и Арчил, что мы видим? Эти служителя, когда-то их проповеди слушали все, и кто-то получил столько добра через них, столько восстановления внутреннего, как быстро мы все забываем. Как быстро мы вычеркиваем их из, вот знаешь, из книги живых. Разве это правильно, друзья, подумайте?
Это неправильно. А тем более, когда служитель и человек, который говорит, что он пастор, пастор отличается чем? Добротой и заботой. Пастор никогда не сядет вот просто перед камерой и не начнет кого-то поливать грязью. Пастор сядет перед камерой и будет говорить о любви Христа. Он будет говорить о любви Бога Отца. Он будет говорить о том, что надежда есть. Он будет говорить о том, что что бы с тобой ни случилось, я говорю сейчас каждому телезрителю, что бы с тобой ни случилось, я говорю каждому пастору, который, возможно, упал, возможно, случилось самое плохое, я говорю, что бы с тобой ни случилось, я скажу сейчас что-то, что может не понравиться каким-то религиозным людям. Послушайте, что бы с тобой ни случилось, Бог не стал тебя любить меньше. Бог любит тебя. Бог любит тебя так сильно. И даже если ты сделал какую-то грубую ошибку в своей жизни, Он по-прежнему тебя любит. И нужно просто не терять веру. Нужно подниматься. И Он даст выход. И что-то изменится. И Он может восстановить. Он может поднять. Он может сделать то, что не может сделать ни один человек. Люди часто осуждают, а Бог, Он об этом даже не думает. Он думает о том, как тебе дать выход. Вот какой наш Бог. А мы должны быть похожи, Арчил, на кого? На нашего Бога. Мы должны быть похожи на Иисуса Христа, который умер за наши грехи, умер за нас. И умер за нас, зная наши проблемы, зная наши грехи, зная наши недостатки, зная, кем мы вообще были, Он умер за нас. Ты говоришь, да, пастор, и вот сейчас, на сегодняшний день, христианский мир, он, знаешь, вот превратился в то, что как будто, знаешь, мы ищем причину, почему мы можем взять камни и побить виновного, да, но Иисус, он, помнишь, он сказал, кто без греха? Первый брось да, камень. Первый брось камень. И мы на самом деле должны иметь вот эту любовь по отношению даже к тем, которые действительно, ну, может быть, ошиблись, может быть, ну, так что-то произошло в их жизни. И это и является проявлением христианства, когда мы имеем любовь. О чем ты говоришь? Вот я даже когда услышал эту передачу, услышал вот это осуждение, когда Геннадий, он говорил такие страшные вещи о служителях, об этих, я не буду их всех перечислять, но вот, к примеру, там, взять того же там, Игоря Косована, да, ну, я извиняюсь, да, было время, когда все слушали его проповеди, когда люди получали там такое благословение, когда было что-то, потом, да, он ошибся, он, к примеру, сделал что-то, да, он развелся, это неправильно, ну, понятно, что неправильно, так что теперь, побить камнями? Так что теперь, забыть все? Так подождите, друзья, давайте вспомним. Подождите, давайте вспомним, а сколько же все-таки было сделано добра, а сколько было проповедей, а что это просто так? Люди говорят, да это просто так. Нет, цена была заплачена. И все вычеркивается, все забывается, да? И человеку говорят, все, давай его просто уничтожать, давай говорить о нем плохо. Я извиняюсь, это неправильно. Даже если он, да, да, случилось, развелся, все, ну, я считаю, неправильно, плохо. Дело в том, что и он так, возможно, считает, но дело в том, что как мы реагируем, наша реакция. Да. Если мы, наоборот, молимся за человека, я говорю это всем телезрителям, мы молимся за человека, мы, да, мы понимаем, он неправ, но мы молимся. И мы говорим, Господи, милость Твоя пусть будет превыше всякого суда. Милость Твоя, да будет превыше небес в его жизни. Помилуй его. Благослови, просто сделай чудо. Дай ему какой-то вот путь, выход. Да? Что будет с нами? Вот в чем вопрос. Да. Если ты так относишься к тем, кто конкретно неправ даже, то знаешь что? То же самое будет с тобой потом. Когда ты будешь ошибаться, милость Божья будет изливаться на твою жизнь. Да. Поэтому Иисус сказал, не судите, да не судимы будете. А кто милует, кто вообще вот молится, да, вместо того, чтобы лить грязь, и мне хочется сказать вот Геннадию конкретно, нужно прекращать вообще заниматься этим. Эта деятельность, она ничего общего с Богом не имеет. Вот когда ты льешь грязь на людей, нужно сегодня быть человеком, который проливает свет Божий, любовь Божью.
которые сегодня приносят счастье и радость, которые даже тем, которые ошиблись, говорит: послушай, я не отрекаюсь от тебя. Я протягиваю тебе руку, и я говорю, что бы с тобой ни случилось. В моей команде, друзья, вот мы 20 лет вместе. Кто-то 18, кто-то 19, кто-то 20. И знаете, за 20 лет могло всякое случаться. И я всегда говорил одну вещь. И я ее говорю до сих пор, и так всегда будет. Я говорю, что бы с тобой ни случилось, даже самое страшное, ты должен знать, я никогда от тебя не отрекусь. Я никогда тебя не брошу. Я никогда вообще не повернусь к тебе спиной. И поэтому мы вместе. И мы прошли многие вещи. Много всякого было, да? Это ж не просто. 20 лет – это жизнь. Мы живем как семья. Мы живем как, ну, семья. Нас по-настоящему родные люди. И я знаю, что любой Божий человек, он не будет никогда просто, знаете, просто говорить плохое там и так далее. Нет, он будет молиться. Молиться. Прежде всего, молиться. Да. Владимир, я хочу вернуться к такому вопросу, как вот вы сказали, богоугодная деятельность, светлые дела. И вот, как мне кажется, человек, который работает с детьми, вот я знаю, что вы очень много делаете для детей, и Геннадий, насколько я знаю, он тоже работает с детьми, у меня тоже есть дети. И мне кажется, что вот такая работа, такое служение, оно как бы облагораживает, оно должно вдохновлять человека. Как вы думаете, какие мотивы и как оно вот между собой связано? То есть вот, с одной стороны, человек делает много доброго, посвящает себя детям, и с другой стороны, все-таки вот он достаточно агрессивен в адрес других людей. Как вам кажется, это вот оно уживается в нем? Вопрос очень, очень серьезный. И для меня этот вопрос, я бы сказал, даже в этой передаче, мне кажется, самый главный. Потому что все люди, которые работают с детьми, служат детям, они имеют одну отличительную черту. И думаю, каждый телезритель сейчас вот со мной согласиться. И эта отличительная черта – это доброта и кротость. Потому что невозможно работать с детками и быть злым человеком, быть агрессивным человеком, быть человеком, который нетерпимым говорит, человеком. Нетерпимым, да. Это невозможно. Ну как быть нетерпимым? Потому что дети – это там, наверное, первая черта – это терпимость. Вот, и, наверное, самое первое. И доброта, это вот сколько служителей я знаю, да, мужчин я знаю, да, которые вот призваны служить детям, женщин. Они все отличаются тем, что они очень добрые. Они, вот детского служителя ты увидишь из тысячи людей. Потому что он отличается вот этой добротой, вот этим снисхождением, вот этим пониманием. Вот он вмещает все. И для меня вопрос, почему Геннадий Махненко конкретно, почему он вроде бы служит детям, но в то же самое время, когда смотришь на него, в нем столько агрессии, и он, ну, реально как злой человек, как человек, который наполнен такой ненавистью, такими плохими словами говорить, ну, к примеру, говорить на людей, на служение людей, что это помои, что это секонд-хенд, что это, ну и да, что-то такое вот. Это же ужас! Как может детский служитель детям, ну вообще, как это можно связать? Это невозможно просто. И для меня самого это вопрос, да, это вопрос, как такое может происходить? Этот вопрос мне бы хотелось задать прямо Геннадию, что это вообще за феномен? Что это такое? И я знаю, что в мире существует три мотива. Мотива служения детям. Первый мотив служения детям – это когда человек любит детей, и он реально призван к этому служению. И любовь – это фундамент. И многих людей я знаю, которые вот призваны. Вот у меня помощница, вот она 20 лет со мной. 20 лет – она служит детям. 20 лет, представьте, детский служитель.
И вот она детей любит. И вот, чтобы вы поняли, что такое любовь к детям, да? Это не просто слова. Это не просто слова, потому что, когда наступает колледж «Гора Моисея», и там, к примеру, там 500 детей собирается, да? И целый месяц, с утра до вечера, ей нужно находиться с этими детьми. И они все разные. Тут терпимость все по-прежнему выходит на первое терпимость место. Терпимость тут такого уровня, что терпимость там невероятная. Ну, какая должна быть любовь? И это вот мы провели 13 колледжей, и на всех колледжах она с этими детьми. И не говоря уже о всех служениях, о всех проектах, обо всем, что все, что делается, да. То есть я понимаю, что это, как бы, знаете, вот самое главное. Второе, что? Первое, значит, любовь. Три мотива. Второй мотив – это деньги. И многие люди, я встречал таких людей, к сожалению, встречал лично. Они служили детям, и они служили детям конкретно из-за денег. Потому что особенно, когда человек был связан, к примеру, с иностранцами. Это американцы, это канадцы. Это бывало, были люди, которые хорошо знали английский. И что я видел? Они брали свое служение детское, да, и они делали вот фотографии, они умели вот подать. И они потом, к примеру, эти фотографии показывали иностранцам, да, и рассказывали о бедах этих детей. И те давали деньги. То есть на самом деле это своего рода такой аферизм, который существует в христианстве. И человек, он берет фотографию ребенка, и он, к примеру, едет в Америку. И у него целый фотоотчет. Да? Вот у меня, к примеру, да, там, у меня детское служение, или у меня детский дом, или у меня детское там, еще какое-то движение, да, там, беспризорники, или инвалиды. И что он делает? Он берет, делает фотосессию, образно говоря. Да? И он берет с этой фотосессии и едет в Америку. Устраивается целый тур по церквям. И вот он едет с одной церкви, приезжает в эту церковь, да, к примеру, и на, там показывает на экране этих деток, рассказывает, презентует свое служение. И люди собирают пожертвования, потому что иностранцы отличаются тем, что когда им показывают фотографию ребенка, они уже плачут. Особенно из страны третьего мира или да, еще какой-то да, страны. Да, страны третьего мира, да. Это ж, они плачут, потому что их дети, естественно, защищены, и поэтому для них это катастрофа, и они выделяют на это деньги, то есть собирают пожертвования. И так из церкви в церковь, из церкви в церковь. И человек, он живет за эти деньги, да? Он живет за эти деньги. Он существует, он конкретно кушает за эти деньги, он конкретно одевается за эти деньги, он конкретно машину себе заправляет, покупает машину. То есть, да, если иностранцы не купили, он сам купит, потому что... И так далее. То есть, это целое движение, которое существует. И я могу об этом говорить, потому что я в своей жизни этих вещей не допустил. И никогда в моей жизни не было, и все это знают, что, чтобы я занимался подобными вещами. То есть я наоборот, стараюсь помогать. И на сегодняшний день даже в Америке мы помогаем. Даже там. И почему? Потому что я верю, что Бог обеспечитель. И нельзя прикрываться какими-то служениями, особенно детьми. Это просто, я считаю, неправильно. Это второй такой, можно сказать, мотив, это подводный камень. И мне бы хотелось задать вопрос даже, да, к примеру, детскому служителю всегда. А за какие деньги ты живешь? Ты лично и твоя семья? Это интересный вопрос, правда? Ну да, мы же вам такой вопрос задаем. Ну, если вы мне задаете, да, у меня есть ответ. У меня конечно, есть ответ, безусловно. У меня то есть мы можем есть, этот вопрос задать и ответ, дальше. Ответ, который может проверить любой человек. Я всегда занимался бизнесом. И я могу рассказать конкретно о всех бизнесах, которыми я занимался за эти годы, за эти 20 лет. Это было очень много тем. У меня хороший опыт. Поэтому у меня хорошая команда бизнесменов, которых я могу вдохновлять. Потому что у меня есть и опыт, и понимание. И они приходят ко мне часто за советом. И они спрашивают советы в серьезных вопросах. Когда это дело касается миллионов долларов, да, там. И я понимаю в этом, потому что я всегда занимался этим. Но всегда я задаю вопрос, за какие деньги живет человек,
который является, к примеру, детским служителем, если у него нет бизнеса, если у него нет конкретно источника, это уже вопрос. И если он в самом деле, к примеру, и я говорю прямо, если в самом деле, Геннадий, ты ездишь по Америке, по церквям и собираешь деньги на детей с этими фотографиями, как я сказал, то я скажу тебе, это очень-очень-очень странные вещи. И тогда вопрос стоит, стоит ли тебе садиться у камеры, вот так перед камерой, и поливать кого-то грязью, и говорить еще что-то за деньги. Наверное, не стоит, потому что если ты ездишь по Америке и показываешь там фотографии по церквям и собираешь там деньги на детей, лучше тебе эту тему не поднимать. Потому что на самом деле проблемы у тебя. На самом деле тебе нужно разобраться. И если сегодня, как ты говоришь, нет денег, то подумай, почему их нет. Может быть, ты что-то не то делаешь. И вот такой мой ответ. Третий мотив. Если первый – это почему люди служат детям. Это потому, что они любят детей, и они конкретно призваны. Второй – это финансы. Тайный мотив – деньги. То есть людям надо за что-то жить. И третий мотив – это эксплуатация детей. И трудовая, и, как вы понимаете, не только. Ну, об этом даже говорить не хочется. Об этом даже не хочется говорить, да. Но это эксплуатация, это реальные вещи, которые существуют на сегодняшний день, которые, к сожалению, люди допускают. И когда дело касается служения детям, я скажу так, что этот момент, все эти три мотива нужно проверять в человеке, потому что я даже слышал, как один из служителей оказалось, что как раз он в третью категорию попадал. И это очень-очень печальные вещи. И поэтому на сегодняшний день я считаю, что если человек, он в самом деле имеет мотив, любовь к детям, и он имеет призвание, первая его черта будет, он будет добрым человеком. Он будет человеком, который любит людей. Он будет человеком, у которого излучается свет изнутри, у которого излучается добро. Потому что нельзя побыть с детьми. Я вот по себе скажу, я приезжаю, к примеру, к детям, да, то ли там к детям-инвалидам, то ли в онкоцентр, да, я приезжаю, я пообщаюсь там с детками. Это же вообще просто невероятно. Ты выходишь оттуда, ты выходишь другим человеком. О каких, к примеру, скандалах может идти речь? О каких, ну, там, обзываниях может идти речь? Это же другой мир, который меняет нас, наши сердца. Он делает их мягкими. И каменное даже сердце станет плотяным, правда? Когда ты работаешь с детками. И поэтому мне бы хотелось сказать, что, друзья, все телезрители, все вот, кто меня слышит, помните, что мы люди, которые призваны прежде всего к доброте, к любви, к свету. Все остальное, как говорят, от лукавого. Все зло, которое человек делает, как бы он его ни оправдывал, я вам скажу, оправдано оно не будет. Потому что зло – это зло, а добро – это добро. Как вы считаете, правильно? Ну, я разделяю полностью это мнение, потому что есть люди действительно, они из-за любви служат детям, и они последние отдают детям. А есть просто живут за счет детей. Просто живут, да, и все. Да, да. Это факт. И, как я сказал, особенно я всегда вижу, только если я узнаю, что человек путешествует по Америке, к примеру, да, там, по Канаде, по каким-то странам, да, там, и крутит вот эти фотографии, собирает пожертвования, я всегда говорю, что это уже что-то не из той категории. Потому что самое первое, к примеру, я всегда являюсь
прежде всего первым человеком и примером в том, чтобы сеять, в том, чтобы жертвовать, в том, чтобы давать, в том, чтобы найти деньги. А это уже другая история. Друзья, мы сегодня в нашей передаче подняли непростые, болезненные для многих темы. И в заключение мне бы хотелось попросить наших гостей сказать несколько, буквально несколько слов всем нашим телезрителям. Обращаясь к каждому телезрителю, я бы хотел сказать, что Библия говорит, что Бог есть любовь. И так хотелось бы, чтобы на самом деле между всеми нами была любовь, чтобы мы были добрее друг к другу, чтобы агрессия, она не имела места в отношениях между братьями, в отношениях между церквями. И чтобы мы на самом деле научились принимать друг друга таким, как мы есть, и любить. Мне хотелось бы сказать каждому телезрителю сегодня. Наступил этот 18-й год, и хочется, чтобы каждый в этом году увидел, как его сердце меняется. Меняется в хорошую сторону. И доброта, любовь, эти качества, они никогда не потеряют ценности. Эти качества никогда... знаете, никогда не утратят вообще своей вот этой ценности, которая перед Богом прежде всего. И, конечно же, и перед людьми. Поэтому, друзья, давайте будем молиться, давайте будем верить, давайте будем любить, давайте будем добры и снисходительны друг к другу. И вместо того, чтобы взять и говорить что-то плохое, лучше говорить хорошее, потому что у нас всегда есть выбор сказать плохое или сказать хорошее. В каждом человеке можно найти что-то плохое, и в каждом человеке можно найти что-то хорошее. Но мы выбираем, что же мы ищем, хорошее или плохое. Так давайте искать хорошее, и пусть вас Бог обильно благословит, и пусть в вашей жизни вы встретите много любви, добра, тепла, и пусть это все покроет вашу жизнь с избытком. Аминь. Действительно, выбор искать плохое или искать хорошее есть у каждого человека. И мне почему-то кажется, что после этого нашего эфира каждый из нас станет хоть немножко, но добрее.